Горнолыжный комплекс «Мамисон» переходит в стадию реализации. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев. На недавнем Петербургском экономическом форуме подписали соглашение по проекту. Уже к концу следующего года должны ввести в строй первую туристическую деревню. Коттеджи, гостиницы, ресторанные комплексы. Кроме того, на форуме глава республики Сергей Миняйло подписал соглашение с компанией «Медскан», в рамках которого построят многопрофильный диагностический центр с использованием ядерной медицины, что позволит на ранних стадиях выявлять заболевания. Было подписано соглашение по созданию центра плазмы. Это тоже очень важно, потому что бальнеология, медицина, хирургия – это потребность номер один. Поэтому это решение тоже очень важно. Еще одно важное направление – агропромышленный комплекс. Это несколько сфер деятельности – садоводчество, аквакультура и тепличный комплекс. Северная Осетия представила 30 крупных инвестпроектов в сфере туризма, АПК, логистики. Все соглашения направлены на развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Сергей Миняйло поручил разработать за 2 недели дорожную карту по каждому проекту.